Девятиклассники начали подготовку к основному государственному экзамену. Так, 8 февраля более 80 тысяч люберецких школьников пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Именно успешное его прохождение является доступом к сдаче ОГЭ. Девятиклассники сдают его в своих школах. Начало запланировано на 9:00. На выполнение работ каждому участнику отводится по 15 минут. Для зачета нужно успешно выполнить 4 задания. Чтение текста вслух, пересказ текста, высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. Для тех, кто по уважительным причинам не смог пройти собеседование 8 февраля, предусмотрены дополнительные дни – 15 марта и 15 мая.